Многие кстовчане уже наслышаны об успехах кстовского тайского бокса. Имена Ивана Пентка, Степана Куликова, Екатерины Крайновой, Алексея Сулимова уже вписаны в золотые страницы людей, прославивших наш родной город на международных стартах. Но немногие знают о том, что в Кстове существует секция и для взрослых любителей муай-тай. Это направление развивается уже 2 года. Все молодые люди и мужчины, кто хочет быть в хорошей спортивной форме, суметь постоять за себя и близких, с удовольствием тренируются в просторном, светлом и максимально приспособленном для боевых единоборств зале. Занятия проводятся под руководством старшего тренера сборной Нижегородской области по муай-тай, тренера высшей категории Игоря Валентиновича Солопаева. Как и у профессиональных спортсменов, здесь применяется системный подход к тренировкам. Ученики проходят общефизическую, специальную подготовку и даже могут выполнить нормативы и получить разряд по тайскому боксу. Среди занимающихся много бывших спортсменов. Это боксеры, борцы, рукопашники, баскетболисты. Разнообразен состав занимающихся и по основной профессиональной деятельности. Среди взрослых учеников муай-тай есть банковский работник, успешный хирург, будущий военный, руководитель коммерческого предприятия. Все находят для себя в занятиях что-то интересное. Тайский бокс – это не только удары руками и ногами, а также здесь идет игра интеллектуальная, кто кого переиграет. Вот поэтому я выбрал именно этот вид спорта. А такой жесткий мужской спорт, который закаляет характер. Я раньше боксом занимался, а тут появилось вроде такое интересное новое что-то. Решил попробовать и как-то затянуло. Пришел в тайский бокс, потому что с детства хотел заниматься, но рос в глубинке нашей страны. Там не было никаких ни секций, ни тренировок. Ну и только вот сейчас моя мечта, как говорится, сбылась. Я могу ходить заниматься, тренироваться. В этом году секция вновь приглашает в свои ряды тех, кому интересен тайский бокс. Занятия начнутся с 1 сентября в 5-м корпусе Международной олимпийской академии спорта. Уточнить время и режим тренировок можно по телефону 8-920-004-3001. Этот мужской вид спорта, что здесь воспитывается мужской дух. И именно за этим как бы к нам приходят и получают здесь то, что хотят.